Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу оставить небольшой отзыв на обувь Расконе. Уже не первый раз такую обувь покупаю. Вот, это тоже случайно там узнал за нее. И очень удобные, очень долговечные, качественные. Качество материалов, подошвы, кожи, все просто на высоте. Просто вот посмотрите, как они внутри вообще делают. Они, получается, смотрите, внутри ложат, получается, ну это я тут уже раз потрошил, эти, ладно, вытащу. Ложечка идет. Нигде такого реально сервиса нет, ни в одних там, даже Саламандрах, там Эко. Ублюдские Эко, короче, они вообще охренели. 15 тысяч, там 16 тысяч, вообще непонятно за что. За кусок говна какого-то, который еще потом неудобный оказывается. И это, типа, из себя что-то сделали. Вот, короче, вообще их просто... Вот я считаю, что вот это вот заслуживает реально, их с Эко можно местами поменять, вот на это того стоит этих денег, а Эко это в помойку. Потом внутри, смотрите, реально все аккуратненько, там пакетик еще идет, этот все обложено, короче, такими, вот этими, как не пенопласт, а вот такие вот, короче, штучки вот эти вот, мягенькие там, отдельно такие фирменные мешочки мягкие, короче, ложка же вот эта, и, короче, само качество просто лютое. Просто лютейшее качество. Короче, материалов. Запах такой приятный. Кожа вообще офигенная. Короче, гладкая вообще. Короче, внутри сделано тоже тут вот где. Типа как велюр какой-то. Типа велюр замш такой мягкий. Обделано все внутри. Что, которое к носку, короче, прилегает. Вообще, как бы, очень, как бы, ноге классно. Ну, находится идеально удобно. Здесь все мягенько, нигде ничего не давит. Просто часто такое было, покупаешь, особенно с туфлями. И здесь вот эти места какие-нибудь, или когда на сгибе, тот же рикер вонючий, там саламандр этот дурацкий, вообще конченый просто, Эко. Вот здесь вот эти места начинают въедаться. Здесь все мягенько, как бы все сделано. Маскот, все это говно. Здесь как бы оно все мягко, везде ничего не давит. И качественно, и круто, и нигде не... Смотрите. Ничего, ни капельки клея, ничего. Они едят, такие удобные, такие, короче, их прям вот хочется вот так вот трогать, держать. Это реально оно. И кожа везде, короче, еще что, короче, очень круто. То, что вот это все кожа натуральная, короче, везде все кожа. Там часто делают многие, короче, и бренды такие. Вот тут, короче, вставят кожу, а здесь говно, короче, какое-нибудь. А здесь все, короче, кожа. Язык, кожа полностью. И даже стелька, кстати. Вот именно на этой модели. Она, короче, вообще качественная. Вот, вот просто тоже именно кожа. Все натуральная кожа. Вот. И она вообще офигенно сделана. Ничего не обтрепывается, ни это, ни это. Как бы не гамачится. Носятся вообще круто. Ничего не текут. Как бы идеально заплавлены. Как бы вообще реально идеальные. Для нашего времени сейчас вообще не найдешь. Сейчас все дорого очень и по-голимому сделано. Может есть там, но вы задолбаетесь искать. Это явно не вот эти всякие там Puma, Nike, там вот эти опять же Reebok, Эко, Adidas, там Salamander. Все это не то, Рикер там, тому подобные всякие там обуви всевозможные. Короче, какие-нибудь известные там, Хелли Хансен там, какие сейчас только есть. Говно это все, я реально все проверял, все когда-то. Покупал, то привозил это, то, короче, все дерьмо, не стоит вообще, ну, даже сравнивать. Понятно, что хорошо кто-то там носит, подходит, но, короче, я говорю, что вот эта обувь, вот пушка, если качество не испортится со временем, то вообще огромный респект вот этой фирме, что они реально делают такое, это просто реально произведение искусства, короче, в наши дни, короче, в наше, что сейчас все портится, все просто себе... Каждый производитель просто на свою выгоду работает. Лишь бы ему экономически выгоду стрясти, а то, что они сделают продукт, там, абы какой говнёвый, я и никак бы не виню, потому что, блин, людям хочется там хорошо жить, там, на яхтах ездить, а на островах там покупать себе виллы. Как бы это простые такие человеческие, типа, как бы эти пороки, которые там осуждать мы не вправе, потому что все оно... как бы не чуждо человеку. Вот. И, короче, рекомендую крайне вот эту вот Расконе. Еще есть, получается, там сайт официальный, если набрать, то вам сразу выдаст Расконе, Раскотте обувь.
И вообще еще из официальных, типа, кто реализует, это LaModa. Вот. Крутая вещь, короче. Роскотте и Роскони. Это одна фирма делает. Роскотте. Вот. Всего доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.